Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по переулку. В 426-м военном госпитале Центрального военного округа состоялся концерт заслуженного артиста России Валерия Семина. Он исполнил песни для военнослужащих, которые находятся на лечении после участия в специальной военной операции. Концерт известного баяниста и автора-исполнителя был организован Домом офицеров Самарского гарнизона. Необходима какая-то капелька тепла для ребят, чтобы они почувствовали заботу. Коллективы Дома офицеров, коллективы всей Самарской области, о том числе и известные артисты, постоянно по нашей просьбе приезжают в госпиталь, выступают перед солдатами, перед военнослужащими, перед офицерами. И это позволяет быстрее залечивать раны. В самые трудные минуты нашей страны мы всегда обращаемся к нашим корням. А наши корни – это в русском народе, в русских песнях, в русских мелодиях. Такие концерты уже стали традиционными. Перед защитниками Отечества выступают музыканты, актеры и даже артисты цирка. Они способствуют укреплению морального духа. Сергей Кизоркин, Светлана Кудрявцева. События.